Друзья, всем привет! Обзор из Fix Price на Калантай 24, город Санкт-Петербург. Смотрите, каких милых птичек привезли в отдел с декором. Цена 149 рублей. Состав птичек – керамика и сталь. Несколько вариантов, как всегда. Белый и нежно-нежно-розовый цвет. Вот эти гуси вообще очаровательные, смотрите. Такой гусь-забияка. А рядом стоят новые подсвечники на подставке. 149 рублей они стоят. Это стекло и сталь. Выглядит отлично, очень стильно. Подойдет небольшая свечка. Кстати, при мне женщина взяла сразу две штучки, так что даже не знаю, хватит ли вам еще таких подсвечников. Опять появились свечи в стеклянном стаканчике с металлической крышкой. Свечи ароматизированные, разные ароматы. Цена 199 рублей. Новые горшки для цветов из доломита. Модные в этом сезоне цвета бледно-розовый, белый и такой бледный сиреневый. Цена маленьких горшочков 99 рублей. А рядом стоят огромные, посмотрите, в сравнении какие, раза в два больше. Цена, к сожалению, не указана. Я думаю, 149 или 199 рублей. 199 рублей. Набор для специй на подставке. Тут солонка-перечница и подставка для салфеток. Сам наборчик керамический. И стоит он на деревянной подставке. Рисунки разные, можно повыбирать. Чайник заварочный на 700 мл. Цена 249 рублей. Чайник отлично подойдет для заваривания любого чая. Состав у него керамика. Расцветки разные. Выбирайте, рисунки также разные. Наконец-то сюда привезли металлические этажерки. Они еще из металлической коллекции. Сделаны из нержавеющей стали. Этажерка двухъярусная. Диаметр 26, высота 14,5 сантиметров. Подойдет для фруктов, закусок, вкусняшек, пирожных. Следующая новинка из новой серии для кухни – это набор банок на подставке. Помню, были такие баночки год назад, в этот раз с другими рисунками. Состав керамика, а подставка сделана из сосны. Цены не было, думаю, 199 или 249 рублей. Следующая новинка – это баночка с ложкой. Посмотрите, как симпатично смотрится, особенно ложечка. Объем баночки 580 мл. Подойдет для хранения сахара, соли, меда, варенья. Также можно положить кофе или чай. Продается, как и вся остальная серия, в красивой упаковке. Можно подарить. $77 подставки под ложку, сделаны из доломита, выполнены в том же стиле, что и остальная серия для кухни. Следующая красота – 199 рублей. Это наборчик для специй с двумя ложечками. Посмотрите, как аккуратненько выглядит. Продается тоже в коробочке. Разные дизайны. Состав набора – фаянс. Цена – 149 рублей. Рядом стоит коробочка с солонкой и перечницей. Такой наборчик стоит 77 рублей. Посмотрите, выглядит неплохо, симпатично. Состав доломит. Яркая, сочная красота для кухни. Эта форма для выпечки стоит 99 рублей. Диаметр формы 28 сантиметров. Сделана из жести. Температурный режим от минус 20 до 200 градусов. Качество отличное, дизайны разные. И второй вариант форм квадратные. Состав и температурный режим такой же, как у круглых форм. Дизайны тоже аналогичные. Очень яркие, красивые. Легко можно кому-нибудь подарить. И опять новинка для кухни. Это минажница со шпажками. Цена 249 рублей. Состоит из трех секций деревянной подставки для шпажек. Также шпажки идут уже в комплекте. Удобно для подачи закусок.
Состав доломит, сосна, бамбук и акрил. 77 рублей пробки, диспенсеры для бутылки. В упаковке 2 штуки. Такие пробки надеваются на горлышко бутылки. Они необходимы для равномерного и точного разлива напитков, соусов, сиропов и масла. Ширина основания пробки подходит ко всем стандартным бутылкам. 77 рублей набор коктейльных трубочек. 4 штучки и щеточка в комплекте. Есть два варианта – прямые и изогнутые. Трубочки многоразовые, стильные. Мы покупали такие год назад, пользуемся до сих пор, очень довольны. Следующий набор стоит 249 рублей. Тут мадлер, мерная чашка и ложка для коктейлей. Мадлер – это пестик-толкушка, используется для выдавливания сока из фруктов и ягод. Джиггер – это мерная стопка, одна сторона которой 15 мл, а другая рассчитана на 30 мл. Интересная двусторонняя ложка длиной 26 см, с одной стороны ложечка, с другой – вилочка. Состав набора – нержавеющая сталь и АБС-пластик. 99 рублей – нож Сантоку длиной 25 см. Ручка у него из акации, лезвие из нержавеющей стали длиной 12,7 см. Это универсальный японский кухонный нож, подойдет для приготовления различных блюд. Новые бульонницы с ручками на 600 мл, сделанные из фаянса, цена 99 рублей. $149 рублей мраморные серые тарелки от Luminarc, диаметр 25 см, это упрочненное стекло. Рядом нашла новые белые глубокие фарфоровые тарелки на 780 мл, производство Китай. 249 рублей органайзер для косметики и аксессуаров. Органайзер нужно собрать самим с помощью силиконовых колечек, которые идут в комплекте. Полочки у этого органайзера можно ставить на любой высоте, как вам удобно. Цвет есть белый и черный. Настольный светильник-ночник. В комплекте есть кабель USB. Светит теплым светом. Имеет три режима яркости. Работает от трех пальчиковых батареек или от кабеля USB, который длиной 100 см. Кнопочка включения тут сенсорная. В отделе с цветами появилась вот такая красота. Длинные веточки с цветами. Цветочки достаточно крупные. Есть белые и розовые. В составе полипропилен, пенопласт, полиэстер и сталь. Смотрится очень неплохо. По цене или 149, или 199. Новые мочалки-варежки разных ярких расцветок обладают массажным и скрабирующим эффектом. Да? В составе полиэстер и полипропиленовая нить. $199 рублей банное полотенце. Двустороннее, с одной стороны махровое, с другой гладкое, в клеточку. Размер 50 на 90 сантиметров. Следующие полотенчики яркие, в клетку, разноцветные, сочные цвета. Это хлопок, размер 50 на 95, делает полотенце Россия. По цене не очень понятно, думаю, 199 рублей. 199 рублей настенные часы. Состав лакированная древесно-волокнистая плита и часовой механизм. Размер часов 27 на 27 сантиметров, работает от одной пальчиковой батарейки. Делает часы Россия. Дизайн разные. А вот и светильники. Я показывала уже обзор на такой светильник. Покупала себе, до сих пор у меня уже несколько дней он висит в ванной. Работает от 4 батареек или от кабеля USB. Есть холодный или теплый свет, выбирайте.
Thank you.